И напоследок, на минувшей неделе в Тель-Авиве прошло красочное шоу, в котором выступили многие из участников конкурса Евровидения 2016. Благодаря Министерству туризма и мэрии Тель-Авива израильтяне получили возможность познакомиться с конкурсантами этого года еще до того, как они выйдут на сцену в Стокгольме. На официальном сайте Евровидения мероприятие в Тель-Авиве получило название «Israel Calling». Певцы из Австрии, Белоруссии, Эстонии, Франции, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Испании, Словении, Швейцарии, России и Великобритании провели в Израиле 3 дня. Артисты также имели возможность поближе познакомиться с Тель-Авивом. Для них Министерство туризма организовало специальную программу. Среди участников шоу особое внимание привлек российский исполнитель Сергей Лазарев. Букмекерские конторы оценивают его шансы на победу в Евровидении как одни из самых высоких. Ранее сообщалось, что Лазарев отменил несколько выступлений в России из-за плохого самочувствия. Однако в Тель-Авиве в интервью нашему телеканалу российский певец заверил своих поклонников, что с ним все в порядке и он в хорошей форме. Я чувствую себя прекрасно, гораздо лучше, потому что приехал в Израиль, не был 8 лет и рад вернуться с большим удовольствием. Тем более такое событие, Евровидение, припадки Евровидения здесь в Израиле. Получил приглашение, с большим удовольствием согласился. Огромное количество людей, прессы подходят на улице, фотографируются, желают удачи на Евровидении. В общем, масса позитива, безумно рад, что приехал, правда. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы, как обычно, провели с нами. Мы увидимся уже в мае после пасхальных каникул. С наступающими вас праздниками и смотрите нас на телеканале RTV.